Эффективность работы любого предприемства залежит от грамотного подбора персоналу. У кадровой политики Витебска облгаза особая роль отведена работе по профориентации сирот детей школьного возраста. У детячем оздоровленчем центре «Дружба» что год отпочивают больше за 300 хлопчиков и девчинок, дети и внуки газовиков. По час отпочинку организуются встречи с керовництвом предприемства, ведущими специалистами, которые рассказывают детве, как блакитное палево приходит у их квартиры и кто его доставляет. По этому вопросу у нас на предприятии уделяется большое внимание. И первые азы ознакомления с профессией, естественно, закладываются в раннем возрасте. Специалисты нашего предприятия в виде викторины конкурсов в доступной форме проводят с ребятами занятия, и у них уже складывается твердое впечатление о дальнейшей профессии. Городок Газовичок – наглядный подручник и допоможник. Тут можно убачить все объекты, напрямки масштабной деятельности батьков детей. Тут формируются относины до профессии газовика. Проходят ежедневные экскурсии, нам рассказывают, как эксплуатируют газ, как его добывают. Моя мама работает в Витебском облгазе, и мне хотелось бы также связать свою жизнь с газовой промышленностью. Як приклад выбора будущей профессии, знакомство с якой началось у детячем лагере, у Миколая Дрозда. Сегодня он в опыте. Опытный слесарь, призер конкурсов профессийного мастерства. Выбор мой был не случайен. Я вырос в семье газовиков. С детства часто отдыхал в лагере «Дружба», где многое узнал о работе газового хозяйства. Поэтому решил стать газовиком. Керовництво Витебска облгаза особливую увагу надае прав ориентационной работе сирот выпускников высших научных установ, притягнение их на необходимые предприемства специальности. Так как предприятие у нас многоплановое, поэтому к нам приходят специалисты не только из области газового хозяйства, это и строители, и газовики, и программисты. В связи с тем, что в состав филиала входит сельскохозяйственное подразделение, а также же подразделение по добыче и переработке торфа, то потребность в таких кадрах также ощущается на предприятии. И мы сотрудничаем не только с нашим основным вузом, это Полоцким государственным университетом, но и с Горицкой академией и другими вузами, которые готовят специалистов по соответствующим профессиям. Хутко увольются в штат Витебских газовиков 32 молодые специалисты и займут свои места у шматгранной деятельности предприемства «Витебск облгаз». Светлана Макаева, Сергей Котов, новини Витебск.